Как оформить банкротство через МФЦ без суда и госпошлины? Об этом жителям республики рассказали эксперты на прямой линии в Национальной библиотеке республики. Трансляцию могли посмотреть в соцсети ВКонтакте и в многофункциональных центрах. Болезнь, увольнение, инвалидность. Причиной банкротства может стать сложная жизненная ситуация. Иногда единственная возможность избавиться от непосильного долгового бремени – оформить банкротство в рамках закона. С 1 сентября 2020 года физические лица могут использовать внесудебное банкротство по заявлению через МФЦ. Это новый институт, правовой механизм, который позволяет гражданам абсолютно бесплатно заявиться в многофункциональном центре. То есть поэтому тематика, она абсолютно новая для республики. В прошлом году, по сведениям Нуфсан-центра, забортилось 20 человек. В текущем периоде, то есть получается за истекший период времени, 10 человек. То есть, в принципе, тема, она актуальна, она нова, и поэтому мы призваны, соответственно, помочь гражданам для того, чтобы они смогли использовать свое право конституционное. Оформить банкротство через МФЦ может гражданин, у которого общий размер долгов составляет от 50 до 500 тысяч рублей. Если сумма больше, финансовый крах можно оформить только в судебном порядке. В расчет общей суммы входят долги по займам и кредитам, налогам и сборам, договорам поручительства, алиментам. Чтобы подать заявление, нужно прийти в МФЦ. Специалисты объяснят, какие документы необходимо заполнить. Юлия Важенина, Дмитрий Салманов, Республика.